здесь повторяется еще раз эта же часть. С небольшими изменениями, поэтому я ее не играю. Но мы будем повторять одинаково. Куплет пошел дальше у нас. Фа диез мажор. Ре мажор, ми мажор, ля мажор. И так три раза. Как вариант, мы еще решили играть так. После фа диез мажора ре, ми уходить сюда и ля. Чередовать их. Вот четыре раза мы отыграли. Теперь припев пошел. Фа диез минор, ре мажор, си минор, ми мажор. Еще два раза. Пошел у нас второй куплет. Как и договорились, один раз так, другой раз так играем. И новая часть. Дальше секвенция ля мажор, фа мажор, соль мажор, до мажор. Дважды играем. Дальше играем эти же аккорды, но и опять. Дальше до мажор у нас идет. Это соль. Дальше идет третий куплет. То есть просто как куплет. И еще один разок. После всего играем припев. Четыре раза. Ну и так до фейдаута.